Сегодня какое число? 13 сентября 2023 года. Мы заметили гриб-гигант. Сейчас Боря его зарубасит. Сразу можно всем наесться. Ого! Ну, подожди, пока не режь его, давай хотя бы видео снимем с ним. Ну давай, сейчас вылезу. Просто он красавчик у меня. Ну это, кстати, польский белый. А это, как он? Это польский. Ты по акценту определил? Это по ножке, он, видишь, ножка. Не как у белого. Ты? А сколько, подожди, он весит? Ну грамм 400, наверное. А ну-ка, дай я потрогаю. Давай. Офигеть. Да, такой, блин, грибочек. Ну сейчас посмотрим. Ножка. Да, смотри, чистая почти. Не очень. Довольно чистая. Трухлявый. Трухлявый, конечно. Жалко. Но видно, ну, перерост же, но конечно. Но красивый. Красивый, да, ну пусть размножается. Побольше нам надо таких. Да, класс. Так, у нас такой баня каждый день. Ну, а тут пока чуть-чуть тут насобирали. Чуть-чуть тут насобирали. Но пока у нас мало рекордов. Так у нас на Кубани каждый день. Держи, на выключай. Так, Сергей Федорович у нас нашел семейку подосиновиков. Показывай, как ты их. Сейчас еще надо их подрезать, да? Ну да, подрежь, смотри, чистый. О, чистый. Чистый, да. Давай следующего вон. Вон у тебя их тут. Вообще. Чистый, чистый. Следующего. Ой, я прям с такой кривой. Ого. Смотри, какая буква зём. Да. Все чистые? Ну вообще. Тут еще один раскопался. Давай, давай, вот этого еще маленького забирай. Подожди, я верю еще. Ох, он шикарный. Ага. Какой, да, толстенький. Да. Да. Чистый. Да. Ну ты себе уже полкорзины только на этой семейке сделал. Тоже чистый, шикарный. Вообще, вообще. Ну, рассказывай, как у вас там на Кубани? Как у нас на Кубани грибы разные? Так, ну что, польские белые, да, или белые? Да. Да, да, да. Это польский, польский, срывай. Че, ножка как? Пустой. А это чья шляпка? Это давно кто-то? Да не, ну это если кто-то когда-то, лучше не надо. Дося вот наша. Ну такая, гниловатая. Дядя Сережа нашел поляну с грибами. Ну хвастайся. Ну давай. Давай гриб. Раз. Ну что, хороший вон. Хороший. Ну так, ну, да. Чуть-чуть червивый, но шляпа вон. Да, вон весь. Да, выкидывай. Вот следующее. Вот, такой огромный стоял. Давай червивый. Вон труха сразу. Ага, его кушают все. Ага. Тоже съели. Ну, тот. Тоже съели. Вон сзади тебя еще. Вон. Хоть один нормальный. Ну нормально, ну, шляпа тоже должна быть, ничего. Не едят его уже. Ну шляпу вон. А вот эту можно забирать. Угу. Ну вот, нормально. Федорович порадует нас сейчас очередным гигантом. Белым. Трухлявым. Даже вон слизень сидит. Слизень, да. О. Не. На сушку не будешь брать? Да, он весь. Ну да. И а тот, что? Наверное, тоже, да? Ну да, трухлявые, можно не смотреть. Ну, черт побери. Ну ничего, ничего. Лес красивый. Что-нибудь найдем. Монтировать не буду, Сережа. Все, время. Все, давай. Ага. Все, ну, нашли. Что это? Как это называется? Подосиновик. Желтобурый. Смотри, чистый какой. А, покажи ножку. А, чистейшая. Рядом брат его. Может, сестра. Вряд ли, конечно, подосиновик. Вот, сейчас мы его. А он же в порту работал, подосиновик. Да. Саша. Да. Все в коллекции. Класс. Идем дальше. Сережа, показывай.
наше козырное место. Помимо белых, тут еще и подберезовики в общую корзину пойдут. Ну, не знаю, нормально? Да, отлично. Ну, только смотри, шляпка, чтобы не сильно проверить. Если сильно мокрая, то до вечера она может... Ну, потом, да. Ну, я бы не брал, надо потверже что-нибудь. Ну, он сами потом может взять. Да, эти лучше не брать пока. Надо помоложе выбирать. Сергей Федорович нашел семейку и уже косит. А, ну как-то все подвигало. Ну так не только ж ты его нашел, но зайчик пробегал, наверное. Нормально? Так? Отлично. Оп, два. Брат. Да. Или у тебя сестры? Шикарно, вот еще. Да. Ай, блин, голову оторвал. А он подгнил. Подгнивший, да. Вот маленький. Ну ты безжалостный, жестокий. Но хороший. Жестокий охотник за грибами. Ты вот выдираешь. Опытные грибники тебя засудят. Да? Конечно. Надо резать? Конечно. Либо аккуратно выкручивать. Хорошо. Ну хорошую семейку нашел. Так, Сергей Федорович, ну показывай, кого ты сейчас, польского опять? Да, это с недружественной страны, которая сейчас опять, наверное, с гнильцой будет. Посмотрим. Ну да, как обычно. Ну, такой более-менее, можно сказать. Ну, шляпа должна быть хорошая. Ну, так, смотри, червячки пропадают. Есть немножко. Червяки в польском, они, может быть, даже хорошие, съедобные. Да, как яблоко в польске. Враг нашего врага, наш друг. Да нет, так чуть-чуть там муравьишки лазят. Ну, на сушку пойдет. Пойдет? Конечно. Червячков там поудаляешь аккуратненько. Ну все. Все, ребята, мы сегодня сходили хорошо в лес. Все благодарны. Сейчас попозже мы еще снимем, какой вообще урожай получился. Да. Все, ты выключил? Нет, еще сейчас. Так, наш урожай. Середина вроде сентября 23-го года. Сергей Федорович, ну расскажи, как мы? Как мы? Слушай, 7,5 километров прошли по лесу. Даже собаку свою брали. Все шикарно. Урожай офигенный. Грибы просто суперные. Все чистенькие, тверденькие. Даже, как ты сказал, там польские, да? И польские, и белые, стран. И красные, и что да, хочешь. Да, дофига вот таких. Подосиновики. Даже лисички он более нашел. Да. Ой, ну, шикарный потом... запах, да? Да. Ходите с нами в лес, особенно с Борей, ну, Боря постоянно всех приглашает. Зову, ходите, да. Ставьте лайки, хэштеги, пишите отзывы, пересылайте видео. Классно. Но это надо самому испытать и почаще ходить. Молодцы. Вот наш урожай. А, так у нас на Кубани каждый день. Давай еще раз так. Оп. И так у нас на Кубани каждый день. Супер.